Фестиваль «Движение вверх» проходил в северной столице России с 9 по 11 декабря. В нем принимали участие творческие коллективы, ансамбли и солисты самых разных жанров и направлений, любительские и профессиональные. На всероссийском фестивале «Движение вверх» детский ансамбль «Самурзакан» получил гран-при за абхазский танец и два диплома первой степени за албанский и горский танцы. Художественный руководитель ансамбля Беслан Кабаля рассказал, что ансамбль получил приглашение поучаствовать во всероссийском фестивале от председателя жюри конкурса «Дружба народов» Александра Белоусова. Организатором конкурса является арт-комитет «Московское время» во главе с Белоусовым Александром. Ансамбль также принял участие в международном фестивале «Диагональ», который прошел в Москве 11 декабря. Танцоры из Абхазии завоевали два диплома в номинации «Народная хореография» за абхазский и горский танцы и гран-при за албанский танец. Беслан Кабаля рассказал, что жюри высоко оценило хореографию абхазских танцоров. У нас было три номера. Абхазский праздничный танец, горский танец, албанский танец. Жюри и зрители были очень довольны. Им очень понравилось. Были восхищены. Детский ансамбль из Гала получил приглашение на фестиваль в Чеченскую Республику в мае 2023 года. Будем представлять абхазский праздничный танец, горский танец и албанский танец. У нас три номера, которые будем представлять. Участие ансамбля в фестивалях стало возможным благодаря поддержке главы государства, депутатов Народного собрания, руководству Минкульта и районной администрации. Рада Чачава, Абхазское телевидение.